Всем привет, это Едим ТВ. Меня зовут Роман Табаков. За кадром мне помогает на 75% армянин Евграф. И сегодня приготовим еще один авторский коктейль. Мне, кстати, недавно Евграф напомнил, что это был коктейль, который он пил, когда мы познакомились. С которого у нас все с тобой началось. Вот. Вот где начало. Я уже даже забыл про этот эпизод. Лет, наверное, 6, да, примерно назад. Не меньше. Да, меня пригласили ребята прочитать лекцию по традиционным русским дистиллятам и истории водки, а после я готовил коктейли. И Евграф мне сказал, вот помнишь, что там был такой классный коктейль, такой с болгарским перцем, давай его приготовим. Да. Я уже даже забыл вообще про этот коктейль, но давайте сегодня приготовим. Коктейль называется «Руфус». Если честно, придумал его не совсем я. Придумала его девочка, которая отказалась сниматься в этом ролике. Оп, а оказывается, могла бы быть ведущая девочка в первый раз вообще на Едим ТВ в коктейльной рубрике. А жалко, кстати, что отказалась. Ну, вот такая вот она трусиха, что поделать. В общем, это уже третья инкарнация коктейля. Началось с того, что хорошая моя знакомая обратилась ко мне, мол, дескать, давай ты поможешь мне подготовиться к выступлению на коктейльном конкурсе. Я сказал, давай. И начал тренировать ее, параллельно подался на этот конкурс сам. И, соответственно, выступали мы там вместе в разное время. Я занял второе место, уступив только Ване Пикулеву. Ну, у него, правда, была самая лучшая презентация. Она заняла последнее место, что говорит о том, что, видимо, так себе из меня преподаватель. Вот. Коктейль у него был максимально странный на мой вкус. То есть он состоял из 30 мл кальвадоса, 30 мл яблочного сока. Обязательно надо было, значит, мадлером подавить в шейкере с сахаром запеченный болгарский перец. Лишние манипуляции. Что еще? Лимон и гренадин. Соответственно, в целом коктейль мне понравился, я убрал просто из него все лишнее, переделал его под другие ингредиенты, поменял пропорции, и долгое время мы его готовили, кстати, с полугаром, мы даже ездили с этим коктейлем за границу, готовили его в Италии, готовили его в Греции, готовили его в Германии. Вот, соответственно, сейчас уже третья инкарнация этого коктейля, собственно, на основе премиального мескаля. Сегодня мы используем Signum Añejo, приобрести его можно на сайте levine.ru. И в этот раз скидка вам особенно пригодится. Дорогущая штука. Просто смотрите, какая бутылка вообще, шикарная вещь. Я, конечно, значит, не для этого его брал, ну ладно. Рассказывай, зачем ты его брал? Не знаю. Выпить втихаря, да, пока никто не видит. А следующий ингредиент – это пюре запеченного перца. То есть я не буду тут толочь перец с сахаром, мадлером, это долго и глупо. Я сразу же сделал пюре запеченного перца, то есть купил готовый запеченный перец в маринаде, маринад слил, перец перебил в блендере, получилось однородное пюре. Он дает овощные нотки, так как перец запеченный, он дает еще такие немножко дымные нотки, пикантные очень, овощные, солоноватые, дымные. Что еще? Сок лимона, примерно 25 мл. И 20 мл гренадина. Причем, как туда вообще попал гренадин в этот рецепт? По правилам конкурса, если ты используешь спонсорский сироп, то тебе начисляют плюс 10 баллов. Соответственно, после этого я, когда переделывал рецептуру, я пробовал делать с медовым сиропом, с пряным сиропом, с корицей, много с чем, реально с гренадином вкуснее всего. Я сегодня буду использовать домашний гренадин, который я делаю сам. Нам потребуется примерно 20 мл. Как ты делал гренадин, расскажи. Я поучаствовал там, кстати, в комментариях под роликом по поводу гренадина. Действительно, большинство рецептов сходится на том, что помимо сахара и граната в гренадине еще должны быть другие ингредиенты. Такие как ваниль, такие как там цедра цитрусовых, ягоды, кстати, могут использоваться. Конкретно мой рецепт, ну это адаптированный рецепт, я нашел его в интернете, просто немножко переделал. У меня здесь гранатовый сок, сахар, каркаде, цедра цитрусовых, это может быть лимон или апельсин, или комбинация цедры, лимона и апельсина. Анис, гвоздика и корица. Все это вместе варится и получается вот такой вот сироп. Ну, короче, ставьте 1 000 000 лайков, и мы запишем видео, как пробовал. Я все, да, все. Кухонный ролик. Осталось добавить лед и сделать шейк. Надо улыбаться. А еще в комментариях она спрашивает, что это у вас бармен тут это локтями шевелит, как крыльями. Зачем это он делает? Не расскажу. О, нифига себе. А? То есть в этом есть какой-то смысл дополнительный? Да. Все секретный. Это техника определенная, которую считают, что японцы изобрели. Так, сейчас мы его будем долго и нудно фильтровать. Раньше я его всегда подавал без фильтрации, то есть было даже классно, когда люди... Кусочки перца немножко попадаются во вкусе, но, честно говоря, выглядит это не очень эстетично. Поэтому сегодня будет отфильтрованная версия.
Практически как какой-нибудь флип, типа с яйцом. Да-да-да, такая. По трудоемкости то же самое. Так, и просто сюда что-нибудь зелененькое, давайте украсим кружочком лайма. Собственно, Руфус готов, Евграф, прошу отведать. Здравствуйте, да, я давно хотел попробовать снова, потому что он в моей памяти. Я помню, мы с Виталиком когда-то были, между прочим. Виталик, прости, я тебя тоже забыл. И Вася был. Ну, Вася меня, собственно, и позвал. Вася не забываем. Отличный коктейль. Кисло-сладкий, перечный, но он, в этом даже остринка какая-то есть. Это, походу, перцы у тебя какие-то были такие немножечко остренькие, да? На самом деле, в тот раз тоже была перчинка, плюс мы же использовали тогда полугар, мед и перец, он тоже с такой легкой. Ну, тогда я не очень помню именно остринку, я помню вот этот. Здесь, кстати, как будто меньше вкуса перца, чем тогда было. Ну, или в моей памяти просто что-то изменилось. Тогда я, собственно, и прозвал это коктейль. Деревья были выше. Лечо, да. Лечо, потому что мне прям напомнило лечо, причем, ну, в самом лучшем смысле слова. Ну, то есть в итоге мы получаем овощной коктейль, чуть-чуть островатый коктейль, кисло-сладкий коктейль и, в принципе, необычное такое сочетание. Отлично. А, еще, может быть, твой этот гренадин что-то добавил. Потому что гренадин как-то ровно такой же, как я и тогда готовил. А-а-а. Тут гренадин рецепт у меня никак не поменялся за все время. Хорошо. Неожиданное сочетание было для меня, когда первый раз попробовал. В нем все хорошо. Что там, второе место занял, да? Ну, кстати, нет, я выступал не с этим. Девочка заняла последнее, но это была другая версия, я рассказывал, разгромовку с кучей лишних ингредиентов. И она, видимо, из-за того, что было много ингредиентов, она совершила самую страшную ошибку, какую только можно совершить на коктейльном конкурсе. На конкурсе кальвадоса она забыла налить кальвадос в коктейль. И даже несмотря на то, что она успела все переделать и уложиться во времени, и все отдать судьям, ну, все равно, извините, такой факап, последнее место. Вот. Я помню, это, кстати, был мой день рождения, конкурс проходил в мой день рождения. И там было, я не помню, сколько участников, но мы реально были там с 10 утра и, по-моему, до 11 вечера. Просто там столько было участников, все по двое выступали, что-то там под 100 человек, что ли. И одно и то же жюри? Нет, жюри было две группы, соответственно. Когда первые начали падать, их заменили. Ну, в смысле, две группы, потому что по двое выступали конкурсанты. Вот, такая была история. И да, я могу сказать, что, конечно, там под конец все уже дико подустали, уже просто давайте кому-нибудь отдадим победу. О, Пикулеву, давайте. Вот. И, соответственно, ну, стать вторым из 100 с чем-то барменов со всей России, это я могу сказать... Почет. Отличный коктейль. Здесь еще, я смотрю, масло, да? То есть это в перцах, видимо, масло добавили. Слушай, вообще нет, масла здесь быть не должно. Вот, что это, вот это? Масла здесь быть не должно, и я больше того, я специально смотрел на состав, чтобы не было масла. Состав обычно там типа вода, сахар, соль, вот так вот масло не значится. Это, походу, вот сами перцы так красят. У меня оборудование тоже все вон в этих перцах. Ну, выглядит как будто масло, короче. Не знаю. Ну, короче, у томатов, у моркови, там, у перцев есть каротиноиды. Каротиноиды дают свет. Богато. У тебя, кстати, губы покрашены сейчас. Каротиноиды, они подкрашивают. Поэтому это не обязательно масло, это вот именно натуральный цвет перцев. Вполне себе может быть. Красота. Кровавая Мэри внешне как будто, но по вкусу вообще совсем, вообще ничего общего. То есть ни в какую степь. Ну, кроме овощной составляющей. Ну и что? Там помидоры и то там. Смотря какой кровавая Мэри. Там бывает еще непонятно что. Томатная паста разбавленная. Где ты взял перцы? Какие перцы? Ты раньше использовал что-то из Dixie? Короче, я раньше покупал, да, в Dixie продавались под их брендом банка с маринованным перцем. Там как раз состав меня максимально устраивал. Типа перцы, вода, сахар, там все. Сливаешь нафиг весь рассол. Перцы в блендер, перемалываешь в кашицу, вот эту кашицу используешь в коктейлях. Сейчас почему-то они не продаются, поэтому пришлось побегать, поискать. Нашел в каком-то большом супермаркете банку с такими же перцами. То же самое состав меня устроил, тоже запеченные, все. Там должно быть написано запеченные, короче, маринованные перцы. Да, маринованные запеченные перцы. Вот. Прям вот так заготовка продается. Вот, соответственно, единственное, что из них не такое равномерное почему-то пюре получилось. А так это какой-то даже, по-моему, армянский бренд, кстати. На 75%. На 75%? Как минимум. Ну, прекрасный коктейль. Он мне тогда понравился и сейчас понравился. Рекомендуется. Ты считаешь, с мискалем или с полугаром, с чем в итоге лучше? А, ну так мне сложно сказать, потому что это надо рядом попробовать. Сколько, 7 лет там или сколько прошло с тех пор. И, кстати, сюда и текила пойдет отлично. Мне кажется, и водка сюда пойдет нормально. С водкой нет, мне не понравилось. Нет? С текилой да, с мискалем да, с ромом нет, с водкой нет. Ну, с ромом понятно. С бурбоном не понравилось. Это странно, тоже... просто не понимаешь, зачем бурбон использовать. Да, нет, я представляю в себе все это. Но характерный должен быть спирт. Такой яркий. Вот как раз какой-нибудь, например, дым. Зигзаг у нас не дымный, но какой-нибудь дымный мискаль бы очень хорошо сюда встроился. Нет, добро по всем категориям. Нравится. 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 Да.
Ну, и если вы хотите приготовить что-то такое, вы можете по ссылке в описании перейти на наш сайт. Там рецепт в текстовом виде, там все написано будет. Спасибо Роману. Подписывайтесь на его Инстаграм. Подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Ютуб скоро закроется. Телеграм, глядишь, останется какое-то время еще. Так что не потеряемся. Если хотите получить скидку 35%, то переходите на сайт Эльвайн по ссылке в описании. Там можете купить много всякого добра. И зла. И по промокоду EDIMTV получить 35% скидку. Естественно, она не распространяется на скидочные уже позиции и на позиции по спеццене. Скидка будет, но меньше. Ну и все. Ну и все. До свидос. Ставьте колокольчики там и все такое. Вы все это знаете и так. Та-дам. Все? Такс. Уходи, забирай свой коктейль.